for returning my heart, good sir. How long has it been? Oh, never mind, it doesn't matter now. Your face seems oddly familiar. Oh, you must forgive me. I'm just a little confused, you see. I suppose my memory will return in time. Your memories are of no interest to me, Toymaker. I'm looking for the Mirror of Fate. The Mirror of Fate? If I'm not mistaken, the mirror was broken many years ago. Yes, now I remember. It was when the Lord of Darkness was defeated by his own son. The castle came down, and the mirror broke. I vaguely recollect seeing it amongst the ruins. Wait! I found a fragment and I kept it. Now I remember! What's happening? His infallible spear, ready to defeat the sinister invader who threatened the... Sir Walter's skill was legendary throughout the kingdom! Come on, Sir Walter! Да, друзья! Пипец, блин! Возродили кукловода. Называется. Filled the knight's arm with strength! О, опять они схватили, блин! Careful, Sir Walter! Мы. Когда же мы их победим все-таки? Are you trying to outshine me? Так, думаю, сейчас мы его быстренько завалим. Смотрите, как у него быстро снижаются жизни. Time for act two. Второй акт. Treacherous dragon Sarun Ganthrix. Что за змея такая, да? Protected, decided to leave it there to sow terror and destruction. В принципе, она вообще такая слабая, смотрите. Просто ничего нам не может сделать. Мы ее вообще бьем без остановки. А, нет. Сейчас нам немного все-таки что-то сделала. Так, ну все, мы сейчас ее все равно убьем. Смотрите, еще ей совсем немного осталось. Так, только смотрите, она жизни как-то восстанавливает. Заснула твоя змеюшка. Так, смотрите, совсем немного осталось. Все, смотрите, она опять. Ага. Вот что нам надо было сделать. Stop undermining my play! Так, сейчас мы его разберем до конца. Хотя у него жизни все восстановились, смотрите. For the art of acting. Don't get up! The show's not over yet! Let's see how well you play your death scene. Да ты что, даже так можешь? How do you plan to get me way up here? Так, сейчас мы в тебя постреляем тогда. Так, смотрите, это просто никак не сбивается. That
Так, вот так мы ему будем бить голову, она, смотрите, уязвимая. Так, а ну давай, спускайся. Отлично. Сейчас мы тебя побьем вот так. Будешь знать, как превращаться в злого монстра. Так, а ну давай спустись на землю. Прикольно. What happened? What was I saying? You were about to give me a fragment of the Mirror of Fate. Ah, yes. Here it is. Oh, yes. Good. Good. You know, it's all starting to come back to me. I know who you are. Oh my. Goodbye, old man. Guard your heart well. Ну что, друзья, наконец мы победили этого кукловода. Он нам дал фрагмент. Давайте возвращаться к нашему сыну и отдадим ему вот эту вот часть. Посмотрим, что он скажет сейчас. Надо будет ему еще или хватит ему? Ну, я думаю, надо будет все-таки собрать все части, чтобы хватило ему на зеркало. Потому что с этим он ничего не сможет сделать. Так, друзья, смотрите, опять этот маг, который мне уже просто надоел. Давайте мы его просто вот так убьем сейчас. Insignia Magus! Telum Magica! Так, просто вот так всех сейчас мы завалим тут. Толку, что маг это делает, все равно ему нифига не поможет. Ух ты, что, как ты умеешь. Come to me, brothers. Так, давайте все-таки добивать вот этого мага, потому что он просто надоел уже. А смотрите, делает защиту, блин. Вообще, наконец-то. С этой защитой вообще фиг их даже убьешь. Он так их сильно защищает. Так, ну все, теперь можем спокойно идти дальше. Новые испытания были разблокированы. Так, давайте мы посмотрим, что мы сможем сейчас купить. Здесь ничего. Здесь тоже ничего нету. Так, теперь давайте покупать. У нас есть 4000. Это мы сейчас купим. Удар возмездия.
Так, чтобы еще купить. Остальное у нас стоит по 5000. Вот это 2000. И это мы купим. Все, теперь больше денег у нас нету. Так, что такое? А, бонус нам не дали. Ну ладно. Фиг с ним. Have you brought me another piece? There are still some missing pieces. There is one other piece, and I know who has it. But he isn't here in the castle. Where is he, Sam? Close your eyes. Just for a moment. Very well. I'm pleased to see you again. What happened to you after you destroyed the Acolyte? I lost all trace of you. Where have you been? Attending to my own affairs. Ah, I see. But of course you have been away such a long time. Everything appears to be in order, sir. The other acolytes will know one of them is dead by now. Indeed. But they don't know who was responsible. I'm sure word will reach them soon. I have little doubt that they will discover who it was before too long. I'm afraid that they already suspect you have come out of hiding, my friend. Even as we speak, a powerful presence searches for you in your little hideout in the church. Who? An envoy of the Acolytes, I believe, though I cannot be certain. I'll go and see for myself. Whoever it is may lead us to them. Accompany him. No. I don't need a dog. Да, друзья, я думал, он сейчас возьмет фрагмент, блин, а он ничего про него ему не сказал. Ну что, будем без фрагмента пока. Мы должны сейчас будем найти вот этого вот служителя. После, наверное, он нам его даст. Так. Ну эти монстры мощные, вам скажу, друзья, вообще пипец. Смотрите, как они же бьют просто без остановки. То, что мы их бьем, им вообще просто все равно. Ну хоть один умрет. Отлично. А этот чё в лес, и мы просто одним ударом его вот так вот снесли. Ну круто, чё. Так, нам что, опять?
Сюда заходить надо будет. Ну, тут уже огонька нету, так что мы спокойно тут пройдем. Так, нам стрелка показывает в ту сторону. Это типа сюда, что ли? Главное задание. Да. Так, ну как мы туда будем идти? Ну, я думаю, надо прийти нам через вот этих вот монстров. Какие же эти монстры сильные, друзья. Так. Все, с ними мы справились. А нет, смотри, тут еще есть два. Так, один готов. Второй готов. Отлично. Так, друзья, давайте двигаться дальше. В какую же нам сторону идти из этих трех? Так, смотри, там опять есть монстры. Их воскресили, блин. Ага, ну сейчас же мы тут сможем пройти с туманом. Отлично. Круто. Так, эту часть мы обязательно заберем с собой. Это у нас какая? Первая часть, что ли? Да. Так, надеюсь, тут не будет никаких монстров. И мы пройдем это все быстро. Так, нам можем идти дальше и спуститься вниз, а можем подняться наверх. Но не знаю зачем. Да, вообще. Непонятно, зачем мы сюда поднялись. Ну ладно, тогда спрыгиваем. Так. Сюда. Ага, вот опять монстры, блин. Ну ладно, сейчас мы их тут быстро разберем. Вот так вот. Да вы что, смотрите, какие они крутые. Ну давай, перестань ты бить, ё-моё. Все, напросились. Смотри, смотрите, вообще просто они втроем разносят, как нефиг делать. Наконец-то. Так, теперь нам куда? Новый уровень. Отлично. Это радует, когда новый уровень мы получаем. Так, нам куда здесь? Вот сюда, что ли? Это канализация, что ли, слышно, как по трубам стекает. Правильно я вообще иду или нет? Ух ты, смотрите, что у нас тут есть. Еще одна коробочка. Так, это у нас уже вторая, что ли, получается? Да. Отлично. Так, а вот мы уже скоро подходим к концу, смотрите. Да, вот здесь мы сейчас с туманом пройдем. Ну, смотри, что-то он не захотел зацепиться. Ну,
Ну давай. Превращайся ты в туман же. Наконец-то. Блин, он еще, по-моему, не перезарядился, да. Отлично. О, думал, упал опять. Так, тут опять, блин, я так и думал. Всегда на таких площадках появляются какие-то монстры. Так вот, пулеметчики мне всегда надоедают. Так, ну отлично, хоть одного мы пробили щит. Блин, смотрите, как они сносят просто на повал. Вообще пипец. Смотрите, как мы их легко разбираем. Все, прикончили всех. Отлично. Так, нам вроде бы сюда. Наш любименький туманчик. Ага. Люк. Прям как в подводной лодке. Я думал, опять будем с кем-то сражаться, а все-таки нет, смотрите. Так, куда-то нам показывает. Тут у нас какой-то потайной ход. Давайте посмотрим, все-таки. Нам сюда не надо, но... Значит, мы сюда обязательно пойдем и почистим. Ага, смотрите, все-таки нет, мы выходим назад. Ну, надо было убедиться все-таки в этом. Ага, а назад мы... Тут не пройдем. Понятно. Надо все-таки опять вот здесь. Ну, это все-таки не так уж и долго. Но теперь мы будем знать. Все-таки проверили. Мы могли и через этот люк все-таки выйти назад. Хотя нет, нет. Мы же туда не допрыгнули. Ну все, поднимаемся наверх тогда. Он побыстрее хотел. Не любит подниматься по лестнице. Так, ну что, попробуем, друзья, здесь пройти через... Ага. Смотрите, решетка, и там еще и камень специально, чтобы вы не могли пройти с туманом. Понятно.